Как в стесненном пространстве сделать простую удобную лестницу? В этом видео я покажу, как сделать пошаговую лестницу в подвал своими руками. Привет, друзья! В нашем доме мы построили небольшой подвал, около 6 метров квадратных. В прошлых работах по дому мы показали изготовление простых бюджетных стеллажей для хранения. А сейчас мы приступаем к изготовлению лестницы. Пройдем в подвал небольшой, 70 на 80 сантиметров. Его размеры ограничивают основной вход в дом и ванная комната, которая и так уже имеет размеры всего лишь 2 квадратных метра. Кроме небольшого проема, я также не хотел забирать лестницей полезную площадь у подвала, поэтому для спуска сложились довольно стесненные экстремальные условия. Вначале у меня была мысль сделать автоматическую подъемную платформу, но так как строительство нашего дома и так уже затянулось на 4 года, мы склоняемся к более простым практичным решениям. Одним из таких решений и стала пошаговая лестница. Пошаговая лестница отличается от простой тем, что каждая ступень предназначена только под конкретную ногу, правую или левую. Это создает определенное неудобство, так как ступать на лестницу всегда нужно с определенной ноги. Но привыкнув к этому, такая лестница при крутом угле дает более удобный подъем и спуск. Подобную лестницу я уже изготавливал себе на лодку и уже успел оценить ее преимущества. Изготовление лестницы, как всегда, мы начали с подготовки материалов. Растружили доски сечением 200 на 40 мм. Потом обрезали их по длине. Для более удобной сборки лестницы я перенес ограничивающие габариты на улицу. На двух боковых несущих досках, тетиве, я подогнал угол спила торцов. Потом изготовил верхнюю ступень для того, чтобы временно скрепить две тетивы вместе. После я установил образец лестницы на свое место и замерил размещение остальных ступеней. А также сделал выборку пазов под ступени. Под крепежные саморезы для ступеней засверливаем отверстие. Теперь в каждой ступени с середины ширины на 2/3 длины делаем косой спил. И собираем лестницу. Ступени к несущей доске крепим с помощью 80-х саморезов. Клей в этом соединении работает всего лишь для препятствий возникновения возможного скрипа. Ну а теперь проводим первые испытания. Устанавливаем лестницу и пробуем по ней пройтись.
Подъем по довольно крутой лестнице без рук вполне возможен, но довольно специфичен. А спуск значительно удобнее. Видимую часть пазов закрываем декоративной вставкой. Чтобы лестница выглядела более опрятной, мы покрыли ее акриловой краской. Установка лестницы не составила никаких проблем. Я закрепил ее с помощью двух анкерных болтов. Главным критерием к этой лестнице было то, чтобы по ней можно было подниматься и спускаться без поддержки руками. Руки должны быть свободны, чтобы в них могла поместиться парочка баночек варенья. Высота ступени подобрана таким образом, чтобы колено свободно проходило под вторую ступень. В моем варианте шаг между ступенями составил 30 см. И не только. Если вы к нам еще не подписаны, добро пожаловать в семью MyGalaxy. А также ваша поддержка лайком, комментарием и репостом помогут нам в развитии. С вами был Гена. Не забудьте посмотреть.